Четверка, вратарь у нас заведен. Ну, посмотрим, посмотрим, чему. Молодые спортсмены не толкнули, что они делают. Thank you.
площадку мяч. Ну, правда, с нарушением. Опять мяч, чтобы есть рожь. Покинул мяч не только пределы поля, но даже пределы стадиона. Сейчас должен забирать новый мяч и продолжить встречу. Yeah.
Thank you.
Красивый розыгрыш осуществили видовские спортсмены, но промахнулся. Второй тайм закончился, счет 6-3, впереди витебский «Металлург». Уходим.